Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Впереди первые летние выходные. Как провести их интересно и культурно? Ответы в программе «Афиша». О самых ярких событиях Самары в ближайшие минуты. 4 июня в Струковском саду пройдет 27-й фестиваль журналистики «Пресса-2022». В этом году он посвящен Году культурного наследия народов России. Участие примут свыше 30 СМИ города и области, газеты, сетевые издания и телерадиокомпании. Не забудьте заглянуть и на площадку телеканала «Самара ГИС», которая расположится около фонтана. Мы будем ждать вас с 10 утра. На сцене выступят Самарский муниципальный концертный духовой оркестр под управлением главного дирижера Марка Когана, армянский хореографический ансамбль «Наири», мордовский вокальный ансамбль «Береза» и творческие детские коллективы Самары. Кроме того, гости смогут сделать селфи с ростовыми куклами. Всех ждет программа с национальным колоритом, конкурсы, призы и хорошая музыка. До встречи на фестивале! 4 июня горожан ждет продолжение фестиваля «Музыкальная экспедиция». Самарцы увидят насыщенную концертную программу. Откроется музыкальный марафон в 11 утра у Самарского мемориального музея имени Горького. Также зрители смогут побывать на творческих площадках музея «Модерна», детской картинной галереи Самарского художественного музея, территориях фахверкового дома и дома с часами. 5 июня состоится гала-концерт и торжественная церемония закрытия 8-го всеармейского фестиваля ансамблей песен и плясок Вооруженных сил Российской Федерации. На сцене Дома офицеров выступят лучшие творческие коллективы. Встречаемся в 15:00. Вход свободный. Обязательно сходите в театр. 4 июня в 18:00 камерная сцена представит постановку «Между людьми и деревьями». История по мотивам легендарного романа Достоевского «Идиот». Парфен Рогожин в плену испепеляющей любви к Настасье Филипповне. Настасья Филипповна безнадежно влюблена в князя Мышкина. Сам князь тщетно пытается развязать этот узел противоречий. Приходите посмотреть. В субботу на сцене театра «Самарская площадь» комедия «Правда хорошо, а счастье лучше». Сохранил ли человек способность быть счастливым, несмотря ни на что? Ответы узнаете 4 июня в 18:00. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!